И что вы порекомендуете, какие, может быть, рекомендации, как не стать подкаблучником, что для этого надо? Ну, для этого надо быть мужчиной. Мужчиной быть на самом деле. Ты должен быть мужем и иметь чин. Муж – чин. И тогда будет видно, чтобы она заранее знала. Прежде чем жениться, узнай, кто ее мать. Как правило, яблоко недалеко от яблони падает. И она должна заранее знать. Больше ни одной разрезанной юбки не будет. Брюки ты никогда не наденешь. Поставь все. Все это... А нет, значит, сразу на мелкую лапшу изрубил и выкинул. И больше она не будет прикасаться к этому. Смотреть надо. Но себя, если ты знаешь, а не так, она тебе условия будет ставить. Пойдешь в театр со мной, Володя, тогда я с церковь схожу с тобой. Зачем она тебе нужна такая? Она тебе не нужна, она свяжет тебя по рукам и ногам. Ты сказал переезжать, вопрос снят. И куда, говорит, иголка, туда нитка. Нитка. Она нитка, она бывает в узлах отрывается.